Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Задрот сотого левела, и я продолжаю проходить Far Cry 2. Far Cry 2, да. Поехали. Взяли мы, короче, миссию у оружейника и поехали. Опять это у нас конвой, дорогие друзья. Опять у нас нужно уничтожить конвой. Других миссий мы не имеем. Звук, вот он звук, я его нашел. Нажимаю применить, чтобы меня было слышно просто максимально пушечно и максимально громко. Это что за бомжи? Ребятки готовы. Стоп, это я топнул или мне послышалось? Послышалось, походу. А, здесь я уже, видимо, воевал с этими челами. И поэтому здесь все чисто. Так, где наш там другалёк-то ездит? Как бы его встретить? Хотя поначалу он вроде не двигается. Как мне известно. Ладно, поедем, короче, вот так. Стоп, а по рельсам ведь можно ехать, правильно? По рельсам гораздо удобнее ехать. Я надеюсь, что здесь поезда не гоняют. Так, немножко не в ту сторону мы повернули. Надо было все-таки ехать по железной дороге, она все правильно ведет нас. Там, кстати, я видел каких-то животных. Ага. Ну, значит, по железной дороге мы так и будем ехать. Железная дорога нас и приведет конвою. Опа. Вы только что открыли... А, убежище. Блин, слушайте, давайте-ка... Ага. Давайте-ка, я думаю, мы... Курочка. Че за херня? Окей. Давайте поспим. Я давно уже не спал. В этой игре. Так, что у нас сейчас? Час ночи получается. Давайте что, на 10 поставим. И поспим. Хотя ночью... А, не, все нормально. Ночью, конечно, было прикольно гонять. Ты что здесь делаешь?
Что? Слышь, друг, может мне с тобой пойти? Неплохо. Удачи, друг. А ты что здесь забыл? Ну, ладно, хер с тобой. Наш клиент также сгоняет там. Ладно, не будем долго задерживаться, поехали за ним. Блин, я думал, это поезд навстречу. А, это оружейник. Я думал, аванпост какой-то. А он прям к нам едет, красавчик. Сейчас мы его встретим. А, точнее их, это же конвой. Блин, я забываю то, что там несколько машин. Вон они. Найс. Встретили пацанов. Ё-моё. Вот его ж куда закинуло. Хера там рвануло. Так. Так же, окей. Тогда ищем сейчас задание какое-то. Во, как раз оружие. Вот там, где и были, туда и едем. Сохраним игру, кстати. Казалось, будто кто-то там шкерится. Как раз такого человека я и ищу. Один человек везет через границу к северу отсюда груз оружия. Он мой конкурент. Перехвати этот груз, и в следующий раз я предложу тебе на продажу кое-что особенное. Обожаю дальновидных людей. Для всех будет дело. Оставайтесь и сражайтесь за Бог. Если вы сейчас... Так, дробовик появился. Неинтересно. АК у нас вроде... А, ну АК типа подобрал. А так-то его у меня нету. Пистолетный. Снаряжение гранатометчика. Дробовик, штурмовое. Можно штурмовое купить. Чтобы у нас было побольше боеприпасов. Че это я сейчас ударил? Так, давайте опять сохранимся. Уничтожьте конвой, как обычно. Ну блин, ну так далеко, ну зачем? Я же задолбался кататься по карте. Куда вот он едет?
Поедем опять так же, окей. Стоп, он разворачивается или мне кажется? Они, кажется, в центр едут куда-то. И, кстати, я сейчас на карте вижу какую-то пометку 12 кристаллов. Пока что не знаю, что это, но, видимо, там есть кристаллы. Давайте глянем сейчас. Стоп, они в мою сторону, что ли, направляются? Нет. Где-то тут. Опять малярия. Жахнем еще таблеточки. Так. Не, нету кристаллов нигде. Поехали отсюда. Может, отсюда прям срежем. Напрямик. Главное машину не просрать. Пешком вообще не вариант ходить. Опа. Где-то там. А-а-а. Давай поможем там. Где-то тут еще... Стоп. Кто-то едет. Да подъезжайте сюда, блин. Так, я знаю, ты где-то здесь, урод. Выходи, гнида. Стоп, или... А, ты сдох! А, лох! А ты это куда бежишь? Давайте-ка лучше мне боеприпасов, друзья. А чем этот калаш отличается? Так, вообще мы за кристаллами сюда шли. А, на подлодке, ну вот на этой лодке, как она называется. Здесь что ли где-то? Ты же умеешь плавать, красавчик. Я думал, ты бездарный. Вот здесь что ли? Да. Окей. Будем иметь в виду. Эти типы вышли, кстати, с машинки-то. Упс. Шо говорят, они на том же месте все, да?
выкрутиться. Стоп, а я могу взять еще задание? Ух ты, на! Жахнул. Сейчас нужно глядеть в оба глаза, чтобы не схватить маслину. Опа, вижу типов. Не, я сейчас тебя давить буду. Ты где? Вы только что открыли убежище. Ты выйдешь сегодня, дебилушка. Сидит, ездит что-то. Так, ладно, не буду спать. Сохранимся. Пофиг на новое сохранение. Сохранение. Машинку подкрутим. Так, что там, я хотел задание взять еще одно. Получится ли это у меня сделать? Куда я вообще завернул? Вот, вот так вот. Кемпер. Так, а чё я без машинки? Давайте на эту сядем. В смысле, кто? Где? Все, до свидания. Так, машиночку давайте убираем отсюда, молодой человек. Все, нету больше никого. Так, я хотел на станцию заехать. Стопэ. Не туда. Вот сюда. Это что у нас? Это вышка какая-то? А, радиовышка. Тут новое задание можно взять. Уверен, что хотите при этом активное задание? А, нет. Куда мы едем, Вася? В смысле?
Я не понимаю, они меня хотят убить или нет? Так, кстати, это новая машинка. Ух ты, нихера она заводится, класс. Доехали, Вася. Варинг. Он с этой деревеньки, что ли? А, типа их можно и не убивать, что ли? А, нихера себе. То есть я к ним в упор встал. Иди сюда. Давай. Иду сюда. Вася, и что ты мне сделаешь? Пацаны, давайте там. Заткнитесь. Ох, прям ровно. Бабах. Так, не, вот эта машинка поприличнее. Вторую фару я разобьем, и четко будет. Так, на другой стороне, по идее, тоже типа есть. Должно быть. Вот тут. Нет? Никого нету. А, ты чё, тупица, тут все это стоял. Дурачила. Сдохни. Дурачок. Там всех я завалил, а он стоит. Патроны любые подходят тут. Так, ладно. Нет времени, берем твою тачку и поехали. Так, вот а что-то будет. Разумнее ехать. Сюда. Типу прилетело. Стоп, а кто в меня стрелял? Кто там такой? Базарит что-то. Петушара. Заткнись. Чё, добив? На! Гнида. Все, вроде добили всех. Возьмем уж новую тачку. Опа! Вася, вы не туда! Где ты? Ты сдох уже, да? А, вы вдвоем тут легли. На. Добив. Ха. Ножку подрезали, типа. Так. Дроп. Это все нормально, поехали. Блин, вот эта машинка тоже пушка. Ездит очень быстро. Едет. На спидычах. Опа.
Че, не дал больше? Где? Васечка, давай поаккуратнее. Пистолет возьми, ёб твою мать. Дебил, блядь. Дебилушка, пистолет не можешь взять. Это не открывается. Слышу кого-то. Какой-то дебил опять не может проехать. Ёб твою мать, задави меня еще, дебил. Ох, мне уже надоело за конвоями ездить. Какую-то жопу. Попутно убивать лохов каких-то. Все ли я делаю правильно? Мне так уже впадло убивать этих лохов. Так, я не знаю, откуда поехать. Давайте посмотрим, куда поедет этот лошара. Если он поедет сюда, значит я направо тоже сверну. Давай, поворачивай. Ну, естественно. Сейчас мы налево нам. Так, здесь нам сюда. Да, все. И теперь едем встречать гостей, принимать их. Ой, опять, друган нам нужен сейчас. Друган нас спасет сейчас. Да, вот он. Ты очень достал. Держись. Наш друган всегда спасет. Устроился? Отлично. Только не залеживайся, рано залечивают. На. Хорошо, враги, проверь, есть ли патроны. Береги себя, друг. Спасибо, брат. Граната! Да ты сдохнешь, нет, падла. Блять. Конец-то.
А где мой? Патроны кончились. Сорян, брат. Рану обработай давай. Все, спасибо, ты лучший. Получить задание. Принять. Но друган спасает всегда меня, хорош. Там новый тип, что ли? Браток, у меня тоже пулемет здесь есть. Все, вроде никого. Ты жив там? Чувак, спасибо тебе, ты лучше. Стоп, нахера я это сделал? Хотя нормально. Чё ты смотришь? На, лобешник. Интересно, а можно его убить? А я его убил? В смысле, все, у меня минус друг, типа? Или он воскреснет? Потому что этот друган мой хорош. Друзья. А, то есть я убил, да? Из сострадания. Блин, ну если я его убил, то сорян, я не знал. Давайте перезагрузимся, да. Так, где наш друган? Да. Кто-то еще едет. Ага, я, кажется, понял теперь, как пункты разведывать. Просто взрывать эту хрень, что ли, надо было? А че меня кто-то сзади подпер, что ли? Я понял, багнулся, походу. Браток, ты как, норм? Рану обработай давай. Да я уже обработал. Спасибо. Так, где-то тут еще, наверное, больничка должна быть где-то. Медикаменты где-то, шприцы должны быть, по идее. Нету. На столе вроде всегда лежат. Нет, видимо, медикаментов здесь нету. Так, куда мой другалюк ушел? Есть информация? Почему я не могу проехать? Насрать вообще. А вот мой друганик. Браток, а ты едешь? Тебя, короче, контузит.
Так, все. Давай, короче, удачи. Спасибо еще раз. Ты лучший. Бег тебя не забуду. Стопэ. Оп. Секретное место. Так, вот здесь где-то. Ай, блин, обходить надо. Мне так впадло обходить. Где-то здесь вообще. Стоп, а попробуем с мачете завалить его. Можно так? Стелс. Окей. Это понятно. Можем часик подремать. Наш друган здесь, наверное, да? Нет никого. Мне бы шприцов набрать. Хилок. Закончились просто. Где-то я машинку просрал, уже не помню. Так, вижу еще одно убежище какое-то. Давайте обследуем его. Опа. Это наш другалек? Походу. Это наш другалёк, здорово, братуха, ты чё стреляешься, с кем? Калаш мне взад. Это ж убежище я открыл. Ой, убежище, ну аванпост, что там, как это называется. Вроде как это я открыл. Так, под колеса не попади, смотри. Под мои. Чё-то наточило. Сейчас такая же будет, кажется.
Так, генератор вроде взорвай, да? И... Подохни там, заткнись. Может, все тут сжечь к хренам? Блин, это граната. Да проедь ты уже, ну дебил. Мой боже. Ой, идите нахер. Пробежимся немного. Куда ты гранаты? Что-то у меня герой кажется косой немного. Ладно, не суть важно. Так, здесь я думаю мы сейчас сохранимся. Давайте вот на сток поставим. Ну ладно. Ну ладно. Здорово. Смотри, я не спешу. Хочешь, могу подождать. Вдруг тебе потом помощь нужна будет, мало ли. Удачи, друг. Друга можно спасти. Это здорово. О, да. Что?
Я тоже так могу, смотри. Оп. Друга можно спасти. Можно спасти. Ты как там, живой? Может, что, подорвать можно как-то? Че, ты живой там, а, уродец? А? Ладно, уже делать просто нечего. Фигней страдать начинаю. Берем дроп. Может, что-нибудь поблизости есть, интересно. Может, еще пешком куда-нибудь пойдем. Что-то на машине задолбал кататься уже. Можно в том направлении сходить. Можно туда сгонять. Можно поплавать вообще попробовать. Геймплей посмотреть так. В воде. Вода вся в дерьме каком-то. Щит. Я просто плаваю здесь. Чё-то никого здесь не и нету. Упс. Нам надо наверх. Ух, это нам далеко идти, судя по этой карте. Нет. Five balls. Да опять, да ты гнида, сдохни. Можно эту катсцену пропустить? Опять друган хорош. Ра!
Охрану обработай давай. История продлена. Давай, спасибо, брат. Опять ты меня спас, красава лучший. Можно я тебе всеку как сейчас. Я шел вон туда. Пойдешь со мной? А то я что-то додик играть не умею вообще. Бесполезный какой-то. Далеко? Нет. А типа это как надо ориентироваться. Просто дебил. На последней секунде на машине я взял, задавил. А, это вышка. Ой, я дурак. А хотя все правильно, задание здесь возьмем, выполним. Не дурак, все нормально. Слушай очень внимательно. Есть новая цель. Следует объекту, отмеченному на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартная, негранёные алмазы. Поступит на твой счет по выполнению задачи. Опять конвой. Нет, какая-то цель. Ох. Это нам в центр надо. А чтобы нам попасть в центр, нам нужна машина. Где я этих лохов убил? Вот. Братух, это я свой. Поехали со мной, поедешь? Вот так как хочешь. Да боже, да что за говно? По каким я хреням лежу здесь? А, я вообще опять туда же выехал. Короче, опять я думаю, вплавь, что ли? Слушайте, а тут лодка была вроде, да? Давайте, может, лодку возьмем? Лодку ее займем, друзья. А, нифига, я прям жахнул. Как управлять ей? Вот. Поплыли. Слушай-ка. А это и безопасно, вроде никто не нападает. Цель не двигается вроде как, это хорошо. Это нам на руку. Вижу кого-то. Я сейчас чуть не сдох. Чуть не сдох, друзья. А стоп, все нормально. А, все нормально. Опять эти гниды. Объедем их. Это убежище, ну и пофигу.
Капец. Но нет оружия, типа. А, типа стрелять в городе нельзя. Я думаю, меня при первом же случае сейчас жахнут. Не, это мирные все. Граждане. Вот эту гниду, что ли, завалить надо? Вот это цель, походу. Ну, заходите. Не может быть, чтобы один. Не думаю, брат. Эй, иди сюда. Я его вижу. Но, блин, понеслась. Стоп, тебя убить надо. А, да. Хватит скулить, так надо. Куда ты убежал-то? Ух ты, Васечка. Так, стоп, пацаны, сейчас. Я перезаряжусь сейчас, все. Выйду и вас расхерачу. Это что такое? Так, продолжаем. Ты что сказал? Я же водитель. Вода! Вот он! На нас напали! Что же нам делать? Что же нам делать? Боже, почему я убейте, собрались все! Черт! Короче говоря, не знаю. Пленки шакал. Что за фигня сейчас произошла?
Задания у нас то же самое остались. Можно получить также и здесь задание. Вы успешно выбрались из зоны прекращения огня. Окей. Заходим обратно. А здесь панова все, да? Понятно. Оружие на кто тут? Сколько я завалил типов? А что толку? Типа я могу помогать и там, и там. Давайте, здесь я задание не брал, давайте посмотрим здесь. Стоять! Сдавай стволы и прочее оружие. На. Ты только поаккуратней. Иначе тоже ляжешь. О! Я вас возьму, молодой человек. Или кто этот здесь? Парень не шутит. Только гляньте на это оружие. Шакал. Что за имечко? Да он просто сумасшедший. Он отдал этих красоток почти за даром. Почему? Да с чего такая халява? Для фото они тоже сделали скидку. СНС — величайшее движение в стране. Тебе повезло, что ты с нами. Это лучше, чем быть со старушками из Объединенного фронта. Ха. Хочешь поработать? У нас есть работа. Хорошая. Наемное убийство. Глава полиции. Бах! Куэпа, скажи, где его найти. Он движется в автоколонне, движущаяся мишень. Тебе нужно будет выбрать место у дороги и ждать, когда он приблизится. Этот маленький орешек прячется в большом джипе. Напади на автоколонну и убей копа. И сделай это погрязнее, чтобы выглядело как предостережение. У меня хорошее предчувствие. Наверное, стоит тебе заплатить вперед. Напади на автоколонну, убей начальника полиции, и на этом все. Больше никто в СНС об этом не знает. Другие солдаты не будут столь дружелюбны. Убить солдата. Где этот солдат находится? Блин, я даже и не знаю. Отдал оружие, а теперь только попробуй. Двинься с места. Ладно, я думаю, на сегодня на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.